Всю свою сознательную жизнь я занималась физической активностью. Когда училась в ВУЗе, я выступала на соревнованиях по легкой атлетике в средних дистанциях, да, и со мной постоянно присутствовал бег. Помимо того, что я выступала на соревнованиях, да, в средних дистанциях, где достаточно хорошие результаты были, я также участвовала и в полумарафоне. Вот, впоследствии я стала активно заниматься фитнесом, активно посещала групповые тренировки, силовые, аэробные, и меня это очень мотивировало, вдохновляло, дарило энергию, и я решила, что я готова помогать людям также заниматься физической активностью, да, направлять их в нужное русло, помогать им быть здоровыми и отлично себя чувствовать. Чтобы стать тренером, я действительно много училась. Александр Борисович очень четко, грамотно объясняет все. У него есть искрометное чувство юмора. Это всегда весело, это всегда задорно. Элементарные какие-то моменты, но с его выражением это вообще кайф. Это всегда смешно, всегда интересно. В общем, знания обрушиваются. И чтобы разобраться в них, безусловно, нужно время. Рандомизированное контролируемое исследование. Самая высшая степень доказательности. Я не знала, что такое РКИ, откуда приходила информация, но я занималась тренером. Соответственно, то, что тренер показывал, то я и выполняла. Но на самом деле я, честно, такое ощущение, что занималась неосознанно. Но теперь, благодаря ученому фитнесу, безусловно, я лежу за страничкой Василия Васильевича Волкова, Александра Борисовича, и, безусловно, узнаю что-то новое для себя, когда они выкладывают посты. Теперь я точно знаю, как нужно тренироваться. Учиться кайфово.